Ну, я скажу так. Любая стабильная система имеет 4 точки опоры. И это гарантирует ее устойчивость. Так и в нашей компании. Новые рубиновые директора являются гарантами стабильности бизнеса компании. А мы с вами встречаем новых рубиновых директоров! Замечательные слова. Никто бы, по-моему, лучше не сказал. Ну что, тогда имеет смысл начать торжественное награждение рубиновых директоров и зачитать список победителей Республики Азербайджан. На сцену приглашается Гульнара Гусейнова. Приятно выходить под такое количество аплодисментов. Встречайте, Гульнара Гусейнова! Ахшамнасхейр Фаберлик! Приветствуем новых рубиновых директоров компании Фаберлик! Алгышлин! Алгышлар, аплодисменты! Фаберлик Ширкетмет Ени Ягуд директорлары! Алгышлар Эвшитмире! Мадаман Гасымова ве Бехтияр Гасыма! Чуть-чуть буквально правее, да. Между прочим, в этом зале собрались профессионалы. Все без исключения. И в том числе люди с фотокамерами, которые подсказывают, как правильно встать, чтобы было максимально красиво. А этот торжественный момент должен остаться в веках и на фотопленке. Ну и, разумеется, конечно, все люди, которые поднимаются сюда, будут выкладывать свои красивые фотографии в соцсети, где вы их сможете...